Итак, обучение этого факса. Для этого нам понадобится две монеты по 5 рублей. Вот. И одна монета останется 50 копеек. Берем две 5-рублевые монеты, складываем вместе, зажимаем между указательным и большим пальцем правой руки. Вот так. Берем 50-копеечную монету, ставим ее вертикально. Вот так вот. Так, видите? Те две 5-рублевые монеты нет. Вот как это выглядит снизу, сверху. Важно. Вот спереди. В таком положении монеты нужно держать только параллельно взгляду зрителя. Иначе можно увидеть или сверху, или снизу. Ну, как-то заболеть, короче. Поэтому вот так держим параллельно. Дальше что мы делаем? Поднимем большим пальцем. Так вот, закрываем зрителя. Большим пальцем сюда монету отсвигаем. Поворачиваем. Так, все это, конечно, под прикрытием левой руки делается. И вместо их разъединяем. Вот у нас уже как бы одна 50-копеечная монета превратилась в две 5-рублевые монеты. Теперь нам нужно избавиться от этой 50-копеечной монеты. Это мы вот так начинаем трясти руками, и в этот момент сбрасываем монету. Вот так вот, хоп. Он даже у меня сейчас загремел. Ну вот, собственно, весь фокус.